слегка ожирение называется грипп. Набрать больше высоты по ветру. После этого заезда состоится заезд за первое-второе место. Начал очень давно и накачал его от обзорения. Слабо дует. Шансы оцениваешь? Не знаю, сейчас ветки даже Минимальный ветер вообще хороший. Гарри Тарасова на зеленом сайте Норд. Набирает высоту по ветру для выполнения своего первого трюка. Вот мы видим, Рейли прыгает Елена.
беги, беги. Короче, я поехал. Да, платишь ты, блядь, 17 год, кайф, блядь,